Всем доброе утро, летнее утро. Так, расскажу сразу ближе к делу. Есть у меня вот такой вот прибор для заточки пепи. Покупал я в Леруа Мерлен. Ну вот так вот, в общем, в целом выглядит вот. Вот к нему станина. Вот такое, оно пластмассовое. Эта приблуда нам очень много лет помогала в заточке цепей. Сейчас как раз коснулись покоса, точнее распилки дров, и эта штука у меня сломалась. Я ее разобрал. Так, какая причина была, сейчас я вам покажу. Здесь самое главное, чтобы не слетело ничего. Так, ну вот, в общем, она крутится. А сожрала она у меня вот эту ленту. Ременная передача между якорем и вот этим таким мини-редуктором. Не знаю, есть ли это или нет в продаже. В общем, какому решению принял с отцом, это взять резиновую камеру от велосипеда и сделать вот такой переходник. Не знаю, конечно, как она пойдет, не пойдет. Ну, будем надеяться, что пойдет. Поэтому сейчас собираю. А это, по большому счету, я возьму как образец, чтобы потом уже купить, подобрать к нему новый. Возможно, наверное, они и есть в продаже. Здесь шандали в одном магазине. Есть магазинчик? Кстати, очень классно. Каждая заточка цепи, если взять, судя на рынке, как это делают. 150, по-моему, рублей или 100 рублей. Точно не буду. И вот представьте, чтобы распилить дрова, нужно сколько раз заточить цепь. Выгодно, конечно, новые покупать. А цепь на старых деревяшек, забор, ну вот эти все, дрова, короче. Они с гвоздями, очень много там. Вот поэтому пробую. Сейчас пошла бы? Пошла, а чего нет-то? Ну твоя голова. Ну, твоя. А сейчас будем точить цепь. Чувствуется, конечно, что вот подгаривает. Она будет гореть, она... Тихо, тихо, аккуратнее. Дымка вроде как нету.
все это, конечно же, кончено. Так купить надо бы. Сколько здесь звеньев у него? Не знаю. И до следующего. Вроде работает. Но сейчас я наточу и уже опять включусь. Так, чем хорош этот еще прибор? Здесь у меня есть вот такая шкала. Вот я точу на 30 градусов ставлю, а потом поворачиваю в другую сторону, то есть вот, тоже 30 градусов. Вот такой угол, в принципе, он стандартный, заводской. Здесь был у него чехол, где-то здесь, наверное, в коробке, но он не нужен. И вот такой вот диск. Но диск чувствуется уже подношенный. Вот это я вот не знаю, чем почистить ее. Говорят, что этим можно, как его называют, силиконом. Надо попробовать найти силикон такой этот, застывший, и почистить. Кто знает менее щадящий способ, как почистить камень, напишите в комментариях. Ну вот, наверное, скорее всего, надо вот еще немножечко.
бомб был где-то. Какой? Такой вот длинный. Вот такие вот. А куда они? Вот я тебя спрашивал. Да где это был? У некоторых, наверное, и так нету. Как батя говорит. Да, батя? А? Батя? Отлично точит, я бы сказал бы. Вот что значит чистить, отточить чистым диском. Ну все, что в принципе, ребят, на этом, наверное, свое видео это заканчиваю. Вот, смотрите, вот такой вот лайфхак, чтобы заменить вот такой вот сальник на такой вот технике. Мне просто-напросто понадобился, ну чуть я пошире, конечно, взял. Вот такую резинку от велосипедной камеры. Вот и это меня спасло. Всем удачи, всем пока. Так, что будем сейчас испытывать пилу? Все поточено, все заряжено. Откуда?